Мама в платье. Я буду фокать. В платье. Я буду всех фокать. Лёв, я снимаю на видео, Лёв. Кого? Пойдем. Кого? Я снимаю на видео. Все будут смотреть. Такое. Наше путешествие. Какая? Не-не-не. Сейчас. Мы с рюкзаками. Все в кепочках. Цветы красивые, да? Да. Все, так сказать, гружены. Куда-то идем. Куда мы идем, Лёв, не знаешь? В зоопарк. В зоопарк? Да. Не, Лёв, зоопарк неправильный ответ. Что? Там будут дикие драться. Кто драться? Там будут дикие як. Як будет, да? Да. Это на котором ты сидел? Да. В Домбае, да, мы были? Да, там будут жираф и слон. Жираф и слон. И сова. И сова. И кролики. А ты кроликов недавно видел? Коровы. Лёв, ты прям собрал всех животных, которых ты знаешь, да? Там будут обезьяны. Молодец. Ты столько животных знаешь, умничка. Да. Что там такое? Будут... Лёв, посмотрим сейчас. Будут... Я раньше думала, что чтобы выйти к выходу, нужно обязательно пройти через головной корпус. Но оказывается, что нет. Лёв, я сейчас рассказываю, сейчас расскажу, потом ты, хорошо? Давай мне руку, а то есть машина ездит. Мама. Иди вот правее здесь. Мама. А. Что? Мама. Лёва хочет рассказывать. Там все будут. Все будут, да? Да. Если бы все было так просто, да? Если все так было просто, Лев. Я думаю, что те, кто сейчас смотрит это начало, догадываются, куда мы едем. А те, кто не догадываются, смотрите, смотрите дальше и увидите, что будет дальше. Пойдем. Лева думает, что мы едем сейчас в зоопарк. Ну, Лев. Ответ неправильный. Там много всего. Нет. Сейчас посмотришь, куда мы поедем. Для меня это самой загадка, поэтому мне остается только создавать, так сказать, интригу. Иди. А. Ну, в зоопарке, да. Фу, я, конечно, нарядилась. Давай, Лёв, руку. Ну как на отъедки поехать? Слышишь, блин, да, мы все время Это все я. Мы все время ездили, все время мы, ребята. Мы прошли границу Абхазии и России. Мама! Лёв, ты уже в другой стране находишься. Нет. Ты был в России, а сейчас в Абхазии. Мы тебе сейчас себе купим большой чупа-чупс, хорошо? Просто у нас такой эконом сейчас режим, так скажем, как бы не хочется много тратить на эти, на машину. У меня тоже экономлю, да? Потому что с одной стороны дети, семья, блин, деньги постоянно. Лёва, не хватит, давай иди сюда. Ну сейчас цены выросли всё везде. Реально, все подорожало. С 5000-ми заходишь в магазин, маленький пакет не можешь наполнить. Да. Реально, это так. Деньги вообще курс не имеют. Денег всегда мало. Денег всегда мало, да. Лёва, давай иди ко мне. Давай, догоняй нас. Не хочешь так, тебе? Не спешим, очень жарко, Лёва тоже. А мы в дьюти-фри не будем заходить? Пройдем, Лёва, денежки здесь. А, нельзя?